с вами канал Артмания. И наконец-то у нас наступило 8 марта. И всех девушек хочу поздравить вас с этим праздником прекрасным. Вот, чтобы вы всегда были, оставались красивыми, чтобы вас всегда любили. Самое главное — здоровье и выполнение всех заветных желаний. Я не умею говорить, на самом деле, всякие такие вот праздничные фразы, всякие тосты, ну, по крайней мере, вот что-то вот такое вот, вот подобное я сказала, и вас поздравляю. Вот, наконец-то наступил у нас март, и скоро наступит уже весна, начнет все цвести, будет очень много влогов, очень будет много. Вот сейчас их как-то не выходит, так мы в основном, потому что с сыном сидим дома, вот, довольно редко выходим на улицу. Если выходим, не всегда удается заснять, потому что либо холодно, либо скользко. Вот, а скоро весна, скоро будет еще больше, а потом летом еще больше. Вот, летом уже с сыном вдвоем будем ходить, выходить на улицу, гулять. Сейчас довольно сложно, спотыкается, подскальзывается, не очень удобно. Поэтому ждите влогов, ждите, скоро мы начнем вместе с вами готовить. Всякие разнообразные блюда. Я сейчас уже почти заканчиваю свою диету. Осталось уже прям совсем чуть-чуть, там пару килограмм. Конкретно о диете я буду рассказывать отдельно. Это будет отдельный ролик. Вот там расскажу, почему она так затянулась у меня. Как бы что там, как там. Все это будет отдельно, попозже немножечко. Вот. И также там мой вес и все-все-все такое. Вот. В принципе, это все, то, что я хотела сказать. Еще раз поздравляю вас с 8 марта. Также вам счастья, здоровья, здоровья вашим близким, детям, если они у вас есть. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания.